Депутаты, хватит ли бюджету голосов? Тяжелый вздох главы фракции, но уже не члена партии «Единство Солветы» Аболтыни перед началом встречи с премьером. Сейчас во фракции все запутано. Большая часть ее членов не члены «Единства». 12 против 10. И это за неделю до прений по бюджету будущего года. Поддержат ли бюджет члены фракции, пришел выяснять премьер. Встречают его поцелуями и уверяют, все будет в лучшем виде. Я получил подтверждение о конструктивной работе в связи с бюджетом. Мы также обсудили много практических вещей в контексте с предложениями. Сегодня мы согласовали все свои позиции. Например, господин Ражукс интересовался вопросом распределения финансирования здравоохранения, чтобы все было тщательно разделено. Господин Матис говорил о схеме финансирования дорог, чтобы был алгоритм для следующих лет. По словам премьера, после принятия бюджета уже с нового года начнется сложный период из-за подготовки к выборам. И кто тогда будет главой фракции «Единство», премьер не знает. Неизвестно даже, как фракция будет называться. Накануне ее члены, которые объединились в отдельную партию «Движение за», предложили сменить название фракции «Венуа Тыба». Вчера Ояр Скалныч, нашим наследственным, не такой WhatsApp группа, в которой мы пишем актуальные вопросы, я сказала, у него было предложение «Все за единство». Так что включено и «за», и «единство». И, конечно, сегодня Айнар Литковский с утром сказал, что, ну, конечно, мы можем называться маленькими друзьями, пользуйтесь, но вряд ли нам это поможет. Завтра глава правления «Единства» Арвил Сашерден соберет всех депутатов партии, чтобы определиться, как фракция и политическая сила в целом будет работать дальше. Анастасия Дьяконова, Иван Милов, Латвия. Российское телевидение.